Приветствую всех из Одессы. Сегодня 10 октября 2023 года. Посмотрите, какое огромное судно, огромный корабль приближается к Одессе. Сегодня была информация о том, что еще два корабля плывут в порты Большой Одессы. На данный момент пока вижу только один большой корабль. Там один император, а один какой-то, не помню, китайское название у него там сложное для запоминания. Вот, плывет громадина на загрузку. Соответственно, можно сделать вывод, что зерновой коридор работает. Просто какие они огромные, блин. Ну, камера, я вам так скажу, не передает, конечно, того вида, который можно увидеть своими глазами, но тем не менее. Ну и плюс, конечно, он далековатенько немножечко находится. Вот. Чуть-чуть бы ближе к нему подобраться. Там вообще не представляю, какие размеры.